Устанавливаем приложение IP-телефонии задарма на свой мобильный телефон и делаем из своего мобильника IP-телефон со всеми возможностями цифровой АТС от задарма. Открываем Play Market, поиски, пишем задарма. Вот нужное мне приложение. Нажимаем «Установить». Приложение скачивается на телефон. Нажимаем «Открыть». Так как у нас уже есть зарегистрированная и настроена АТС от задарма, мы уже являемся клиентом, нажимаем просто «Начать работу». Вся настройка приложения очень простая. В личном кабинете задарма в разделе «Помощь», в разделе «Программы для звонков» есть возможность скачать приложение для компьютера и прочитать вот такую несложную инструкцию. Инструкция расскажет, какими возможностями обладает приложение. И простейшая инструкция по настройке. То есть требуется ввести внутренний номер из вашего личного кабинета и его пароль. Для этого в личном кабинете выбираем внутренние номера, выбираем внутренний номер, с которого будут осуществляться звонки, в нашем случае это номер 109. Вот копируем его логин и копируем его пароль. Данные логина и пароля вставляем в уже установленное приложение и нажимаем «Войти». Разрешаем приложению доступ к контактам. Обязательно разрешаем использовать аудио. И так как я приложение устанавливаю на телефон Android, я разрешаю интеграцию. Я вижу, что значок у меня стоит зелененький. Я вижу свой баланс. То есть произошло успешное подключение к моему аккаунту. То есть данные логина и пароли я ввел верно. Никаких настроек сервера, через который идет звонок, делать не надо, потому что все эти настройки уже находятся в приложении задарма. А я и пользуюсь телефонией задарма. Если бы я скачивал какое-то другое приложение, то мне приходилось бы вносить данные по серверу, через который осуществляется звонок. Все эти данные также берутся из настроек внутреннего номера. Итак, приложение настроено и готово совершать звонки. Номера набираются в международном формате через 7. Плюсик не пишем. Восьмерку указывать не надо. Звонить через восьмерку требуется внести изменения в установке АТС. Звонки будут осуществляться через внутренний номер 109. В настройках этого номера указан наш городской телефон, и при звонке с мобильного телефона через приложение задарма все клиенты будут видеть, что как будто им звонок идет с нашего многоканального номера. Вот только ради этого есть смысл устанавливать это приложение и пользоваться им. И всегда можете брать трубку телефона, как будто вы находитесь в офисе, при наличии, конечно, стабильно работающего интернета. О возможностях приложения можно почитать на страничке инструкции. Благодарю вас, всем успехов. Ссылочка на АТС задарма будет в описании этого видео.